أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته уважаемые братья уважаемые сестры хвала всевышнему Аллаху который сделал нас мусульманами сделал нас из уммата Мухаммада алейхиссалату вассалям и дал нам очень много благ, ниаматов, за которые мы должны благодарить Всевышнего Аллаха. За то, что вы сегодня организовали такой маджлис, вот так хорошим образом, можно сказать, собрались. Это большое благо для всего села, для каждого дома. Пусть Аллах, у кого какое намерение было, чтобы Аллах доведет, из-за бараката этого маджлиса пусть Аллах простит наши грехи, грехи наших умерших. И пусть Аллах даст нам тауфик, чтобы мы всегда собирались на такие вот маджлисы. Уважаемые братья, завтра начинается месяц Зульхиджа. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в хадисе, который приводит Тирмизи ибн Маджа, что нету ни одного дня, наилюбимые Всевышнему Аллаху, чтобы Ему поклонялись, чтобы совершали добрые деяния, чем эти 10 дней месяца Зульхиджа. Пусть Аллах всем нам поможет, чтобы и эти дни, и остальные другие дни, чтобы мы делали только самое хорошее, только самое лучшее. Потому что в этом есть баракат, потому что люди, которые делают добро, которые совершают добрые деяния, они и в этом мире, и в ахирате получат большой успех. А те, которые совершают, творят зло, которые унижают мусульман, которые убивают людей, которые творят нечисть на этой земле, они, конечно же, и в этом мире, и на том свете получат за это наказание, если они не совершат таубу. Уважаемые братья и сестры, я хотел несколько добрые деяния, которые мы сегодня можем совершать каждый день, на каждом своем шагу, какое воздаяние мы получаем за добрые деяния. В первую очередь, хотел бы напомнить всем нам, какое отношение, какое место имеет соседство в религии ислам. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в хадисе, который приводит Тирмизи, Ибн Маджах и другие, «Ахсин муджаварата манджаварака такун муслиман». Ты, говорит, будь хорошим к своему соседу, и в таком случае ты, говорит, будешь мусульманином. Человек, который является, который проявляет добро к своему соседу, значит, он мусульманин, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Также пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в хадисе, который приводит Бухари и Муслим, кто уверовал в Аллаха и в судный день, пускай говорит, уважает, пускай говорит, почитает своего соседа. Из этих хадисов мы понимаем, что чтобы быть искренним мусульманином, нам недостаточно просто совершать намаз, ходить в мечеть. Нам, оказывается, еще нужно быть хорошим и в добрых отношениях к нашим соседам. И когда один раз пророку, алейхиссалату вассалям, упомянули об одной женщине, которая много совершала намаз, не считая обязательные намазы, много совершала суннат намазы, много держала суннат посты. И у пророка, алейхиссалату вассалям, спрашивают, где будет эта женщина? И пророк, алейхиссалату вассалям, спрашивает, а какое у нее было отношение с соседями? И говорят, что она вредила своим языком, своим соседям. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ля хайра фиха, нету в этой женщине добра, она будет в аду». Пока она не увидит то наказание, которое она заслужила за тот вред, который несла своим языком, она говорит, рай не увидит. Вот так оценил пророк, алейхиссалату вассалям. И сегодня мы замечаем, даже не то, что мы на людей смотрим, мы смотрим на своих родственников, на своих соседей. Мы видим, что мы сами иногда от нас исходит зло. Вот это, конечно же, нельзя, уважаемые братья. Второе,
это исполнять нужду мусульман. Сегодня мы каждый день можем помочь мусульманину, каждый день можем радовать человека, будь это сосед, друг, там, родственник, мы можем радовать. И какое же воздаяние мы можем получить за этот свой поступок? Посмотрите, что говорит пророк, алейхиссалату вассалям. «Ман маша фи ауни ахихи ва манфаатихи, фалаху савабуль муджахидина фи сабилиллях». Кто, говорит, будет ходить, помогать своему брату и принести ему пользу, кто, говорит, вот так, с таким намерением вышел помочь своему брату и принести ему пользу, то он, говорит, получает вознаграждение муджахидов на пути Аллаха, которые оставили все и вышли на путь Аллаха. Вот такое воздаяние получает такой человек. «Ман кадали ахихиль муслим хаджатан». И кто исполнит своему брату мусульманину одну нужду, поможет ему решить одну проблему, «Кунту вакифан инда мизанихи». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, я буду ждать этого человека возле его весов в судный день. «Фаин раджаха ва илля шафа'ту леху». Если его добрые деяния перевесят, он, говорит, получит успех, а если у него плохие деяния перевесят, я, говорит, сделаю ему шафа'ат, я, говорит, такому человеку буду помогать. Посмотрите, какое воздаяние, какое вознаграждение мы можем получить, если помогаем своему брату, приносим ему пользу. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, я буду стоять, ждать его возле его весов. Если ему будет трудно, и сделаю, говорит, шафаат пророк, алейхиссалату вассалям. Сегодня, уважаемые братья, многие остаются без родителей. Сегодня многие остаются сиротами. Вот какое воздаяние человек получает, когда проявляет добро к сиротам. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в хадисе, который приводит Бухари, «Ана уакафилю льятими филь джаннати кахазайни». Я, говорит, и тот, который помогает, обеспечивает сироте, мы, говорит, в раю будем, как эти два пальца, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. И также говорит, «Ас-са'и аляль армалати валь мискини каль муджахиди фи сабилиллях». Тот, который помогает вдовам, и тот, который помогает мискинам, он говорит, как муджахид на пути Аллаха. «Вакаллази якуму биллайли ва ясуму нахар». И такой человек, который помогает вдовам и который помогает мискинам, он говорит, такой человек, как будто он ночью совершает ибадат, а днем соблюдает желательные посты. Хадис приводит Бухари. Посмотрите, какое воздаяние, какое счастье, какой успех мы можем получить, помогая бедным, помогая сиротам. Мы можем получить такое воздаяние, которое получает тот человек, который ночью ибадат делает, ночью не спит, ночью Коран читает, зикру делает, и тот, который днем держит уразу. Также, уважаемые братья, насчет милости, проявления жалости друг к другу. Сегодня мы стали такими безжалостными. Конечно, не все, особенно сегодня, вот, например, человек что-то хорошее делает, 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 и один плохую вещь видит, делает, мы видим эту плохую вещь. Я не говорю все, но некоторые люди стали безжалостными. А пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ар-рахимуна ярхамухумур рахман». Те, которые проявляют друг другу жалость, которые проявляют друг другу милость, им будет милость Всевышнего Аллаха, говорит. «Ирхаму ман филь арды». Вы проявляете милость тем, которые на земле, и вам будет милость Всевышнего Аллаха, говорит. Хадис приводит Абу Дауд и Ахмад. Уважаемые братья, Муса, алейхиссалям, это один из великих пророков. Он, говорит, сказал, «Я Рабби, би айи шайин иттахазтани софиян, кала би рахматика аля халки». Муса, алейхиссалям, говорит, «Я Рабби», говорит, «Я Аллах, ты, говорит, меня вот такой уровень, как, говорит, поднял, как ты сделал меня выбранным пророком». И Всевышний Аллах, говорит, сказал, «Бирахматика аля халки», за то, что ты проявлял милость моим творением, говорит, сказал Всевышний Аллах. Уважаемые братья, эти вещи, которые мы каждый день делаем, эти деяния, которые мы можем делать каждый день, и
Насчет того, чтобы радовать людей, пророк, алейхиссалату вассалам, когда спросили, айюль а'мали афлалю, какие же из деяний самые лучшие, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, идхалюка сурур аля му'минин, это чтобы ты обрадовал верующего человека, или же ты дашь ему покушать, если у него нет еды, или же ты оденешь его, если у него нет одежды, или же исполнишь его нужду, вот это говорит один из добрых деяний. Уважаемые братья, пусть Аллах поможет нам, чтобы мы делали только добро, чтобы от нас исходило только хорошее. Недостаточно нам вот просто совершать намаз, просто ходить в мечеть. Мы должны быть искренними и истинными мусульманами. Пусть Аллах вот этот маджлис, баракат этого маджлиса достанется всем нам, чтобы из-за этого маджлиса у нас Всевышний Аллах приняли дуа, чтобы у нас все было хорошо, чтобы те, которые вот на днях и сегодня уезжают в хадж, чтобы Аллах принял их хадж, чтобы они живыми, здоровыми, чтобы они обратно вернулись с принятыми хаджами по домам. И, конечно же, среди нас были люди, которые хотели в этом году поехать в хадж, кто не успел, у кого не получилось, чтобы Всевышний Аллах помог им, чтобы следующие годы могли поехать в Мекку, Медину и совершать священный хадж. Вальхамдулиллахи Раббиль Аламин.